Здорово, ребят. Давно не виделись. Это вложек. Короче, канал свой веду уже с 2009 года. Охренеть. Прикиньте. Короче, через где-то 2-3 месяца будет 14 лет. Ровно как я завел свой канал. Офигеть просто. Что за дата? Что захотел сделать? Немножко кликабельное название. Типа, сколько всего денег заработал я с YouTube. Сейчас вам сразу покажу, потому что для тех, кто пришел сюда именно за этим ответом, сейчас вам сразу и покажу, чтобы вам не смотреть длинное видео, ничего не искать. Короче, компьютер открываем, браузер, значит, и вот здесь делаем за все время. После этого мы получим такую статистику, что с YouTube, по крайней мере, с официальной монетизации, а у меня было не все время, я заработал 9 миллионов 319 тысяч рублей. Вот. За все это время. Просмотры неверные. Где-то еще 20 миллионов я удалил там всяких роликов, суп из колы и так далее. Все, конечно, перезаливал. Но факт в том, что вот расчетный доход это с момента, когда я ушел от партнерки, типа медиа-сети, и начал напрямую работать с YouTube. Вот такая вот цифра за все это время красуется. А это, кстати, получается. Я бы не. Подожди, расчетный доход. А, вот он. Получается, с 2013 года. Это чисто вот то, что мне YouTube выплатил. Что думаете, много, мало? Говорится, не самые лучшие времена для ютубера, потому что, понятное дело, ты когда это все дело начинал, получается, сколько? 4 года практически снимал просто как бы так и нормально. Сейчас. Все, дохода с YouTube нету, то есть, как бы, вот, там вроде как деньги идут за то, что твои видео смотрят не из России, но они к тебе уже не поступают. Поэтому вот уже где-то 2, там, 2,5 месяца с YouTube не поступает ничего. Но ничего, все равно я буду продолжать снимать видосики. Спасибо вам, что смотрите. Кстати, поставьте лайкусик, тем самым поддержите меня морально. Ольга Валерьевна печет хлебушек. Кстати, на заказ, ребят, на заказ. А в декабре, в предновогоднюю пору, будет еще панеттоне делать. Короче, такая тема. Типа как, знаешь, курич этот итальянский. Просто сказка-бомба. Ну, а я это особо рекламировать во влогах не буду, потому что мы не справимся с таким потоком, есть еще. Вот. То, что в том году там что-то около 30 панеттоне было. Короче, вообще выше крыши. Потому что печешь дома, если здесь ставить печку такую, знаешь, нормальную. То есть это духовой шкаф, тогда можно что-то печь. А так вот, просто объемы не те. Но хлеб просто бомбический, ребят. Вот. Это называется тартин. Я уже выучил. Представляете, я уже выучил, как это все дело называется. Вот здесь Оля, какое-то тесто там настаивается. Сегодня я купил себе новую плюшечку Пуэра. Вот. Такая вот красота. Обошлась она мне в 1650 рублей. Вот. Цена ее 2015 год. И это шупуэр, то есть который темненький. Покупаю в плюхах, мне нравится, потому что очень удобно его обслуживать. Достал, отколол. Но теперь пакетики не кладут. Короче, кризис настал. Кризис. Пакетик у меня есть. Вот раньше, когда покупаешь пуэрчик, вот в такой пакетик с зиплоком. Здесь хороший такой зиплок. Ты, короче, когда открываешь, его здесь можно хранить. Здесь у меня вот старая уже плюшечка была. Сейчас эту буду открывать. Многие, сейчас, простите, что вот так вот переключаюсь. Многие спрашивали про Тибуна. Как он? Чуваку под стать каналу на Ютубе. Тюбань, Тюбань. Он вообще практически уже ничего не слышит. То есть вообще вот слуха у него ноль осталось. Вид еле-еле вот на этот левый глаз. Да, Тюбань, это я. И уже что-то сопли его замучили. Короче, бедолаге 14 лет. 14 лет и еще полтора месяца. Офигеть. Просто реально старенький. И достойно встретил старость. Короче, Тюбан, ты вообще красавчик. Давай. Просто, чтобы у тебя старость была хорошая. За ним ухаживаем постоянно. Короче, ну реально старый пес. Да. Да, Тюбань. Пусть народ вот на тебя полюбуется. Ну, не знаю, конечно, как в последний раз, так не будешь говорить, но сам понемножку понимаешь, это, конечно, очень грустно, потому что пес реально, блин, уже ну совсем старый. 14, считай, с половиной лет сейчас будет. Ну, просто Йорики, они так обычно, не знаю, до 14 живут. Ну, типа, он еще красавчик.
сам по лестнице спускается, поднимается. Давай, Тюбань, короче, от всех зрителей тебе давай кулачок. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Не слышу, он вообще ничего не слышит. То, что так домой приходишь, то есть раньше, когда там ключи поворачиваешь, он сразу пробегает. Сейчас будешь стоять ему там тюба, тюба, если он там лежит, вообще ноль эмоций. И, конечно же, отвечая на вездесущий вопрос, который меня постоянно задают мои зрители. Будет ли влог декабрь? Ребят, постоянно на стримах. Илюха, будет влог декабрь? Ну, ребят, мне бы очень хотелось, чтобы он был. И надеюсь, что мы вообще как бы доживем до него. Вот, потому что как бы горизонт планирования 10 минут. Я бы очень хотел, чтобы он был. И да, я все равно буду everyday снимать в декабре. Это будет, представьте, 11 сезон. Представьте, 11 сезон влог декабря. Просто крышесносно. Да. Уже, можно сказать, всю жизнь снимаю. Я, конечно, вроде любитель чая. У меня и чайная доска есть там для церемонии, всякие фигурки. Но я что-то как-то реально попроще стал к этому относиться. Сейчас вот буду, ну, заварю себе пуэрчика и вот в порго налью, буду из порго его хлебать. Потому что мне вот пуэра хватает, пример, я не знаю, какой здесь объем. Хрен знает, какой здесь. Сделан, кстати, в Таиланде. Фига себе. По-моему, в Барселоне покупал. Короче, мне вот такого порога хватает запросто, чтобы это поймать отличное настроение от пуэра. Вот эти все бумаги они кладут. Ни хрена не понятно. Я не понимаю, что здесь написано. Китайский я не знаю. Конечно, оделаю я очень просто. Вот так, бац. Отколупали. Сейчас я вот это немножко так пролью, чтобы грязьку всякую смыть. Все, и заварю. Пролью, потом сюда высыплю, и там уже залью. Вот, а это на хранение. Купил сегодня еще секретик. Смолу пуэра. Короче, если вы не в курсе за такие чаи, то вкратце вам расскажу, что это обычный, короче, чай, просто он так вот для удобства транспортировки слеплен в такой вот просто кружок. Вот, он просто прессованный. И как бы все. Продается просто пуэр и рассыпной. А это просто прессованный, потому что вот его реально удобно хранить. Потому что там ферментация идет, короче, там специальным образом. Как бы весь-то чай, он изначально зеленый, и как бы пуэр тоже зеленый. Просто специально там под покрывалами его, конечно, ферментируют, он там перегнивает и так далее. И получается такая вот тема. Ну, на меня он оказывает очень бодрящий эффект. То есть прям очень бодрящий эффект. Сейчас ночь настала. Вот так вот для антуража. Сейчас что-то наступает уже темень рановато. А мне очень нравится, когда хопа, ты вот так вот свою квартирку, просто знаешь, вот свое вот помещение, где ты вечер проводишь, вот таким образом. Ну просто красиво. Они все вон, звездочки переливаются, у тебя прям настроение улучшается. Вот этот проектор, да, 100 раз вам уже его, блин, показывал, с Алиэкспресса его взял, по-моему, 1800 рублей стоил. Если хотите, я вам еще раз ссылку вот на него оставлю в описании. Он как и Bluetooth-колонка выступает, здесь отдельно настраивается вот эта луна, свечение, отдельно скорость этих звезд. Но в итоге вот получается реально прикольно. Может, конечно, камера всего не передаст, но для вечерней обстановки прям самое оно. Так вот, купил смолу пуэра, такая тема. Концентрированная, типа такая выворка. Здесь, типа, ну прям как смола, да. Тебе вот достаточно одной такой штучки и просто завариваешь в это в чашечку, и у тебя очень концентрированный пуэрчик получается. Вот так вот, это называется чайный пьяниц. Продается на вес. Вот такие вот, конечно, штучки 350 рублей стоят. Так, что там еще из новостей? Значит, чтобы поиграть в Gran Turismo на моем руле Fanatec, мне пришлось, конечно, PlayStation 5, Gran Turismo 7, руль Fanatec с педалями. Работает только через Drive Hub, конечно, отдельный прибамбас, который подключается, как бы эмулирует управление. Стоит еще 9-ку отдельно. Подключаешь свой руль Fanatec, но нужно подключать еще как бы контроллер DualShock 4 от 4-й плойки, чтобы поиграть на 5-й плойке, блядь, в Gran Turismo 7, ужас какой-то. Но с оригинальным DualShock'ом работает 9 минут, отрубается. Пришлось выпутываться вот такой штуки, называется Hori Mini проводной контроллер. Он типа тоже для PlayStation 4, вот с ним будет работать нормально.
просто танцы с бубнами, еще те, вы офигеете, когда я вот в конце все это дело соберу, протестирую, сделаю по этому ролик, потому что, боже мой, я вот сам, когда этой темой, знаешь, заболел, и получилось все не так просто, реально все не так просто, особенно вот с пятой плойкой, потому что они как-то ее зашили, все там, конечно, полная конспирация. На четвертой PlayStation было как-то проще, вот. С пятеркой реально одни проблемы. Еще, наконец-то, пришел ко мне вот вложка-делатель, то есть фотоаппарат, на который я влог декабрь обычно записываю. Ну и в этом влог декабря тоже на него буду записывать, чтобы это не изменять традициям, чтобы антураж был тот же самый. У меня сломался отсек с этим, с аккумулятором. Отсек с аккумулятором стоит, по-моему, 5000 рублей в сборе. Просто пипец, какая-то жалкая крышка. Пришлось взять такой чехольчик за 250 рублей, который снизу накручивается, вот, и видите, как вот эта вот кожаная тема внизу. Да, вот здесь трещина на самом фотоаппарате идет, но он как бы работает. Это вот первый GC-Mix. Здесь он все тоже разбито, треснуло, но все работает, вот. Вот здесь такая еще прищепочка, чтобы туда вот, вот добраться, он просто, он не фиксируется. Вот эта вот здесь штучка сломалась, да. А из-за того, что фотоаппарат уже не новый, как бы, чтобы его отремонтировать, это какие-то просто космические деньги. Вот так вот. Это то же самое сейчас вот заходишь, там, Nokia 3310 отремонтировать. Сколько с тебя денег возьмут? На данный момент самые лучшие наушники вообще Evo, которые у меня были, по качеству звучания музыки. Они беспроводные, работают по Bluetooth, по донглу. Это, короче, JBL-ки, они и с подсветкой здесь, я просто отключил, чтобы подольше держали. И с микрофоном, но такого себе качества. Но, короче, гарнитура вообще прям топовая. Но не работает с Xbox, с PlayStation идеально работает. Вот такой вот донгл в PlayStation вставляю, все сразу идет. У меня другая проблема. Значит, на даче очень часто смотрю проектор и фильмы, концерты, игры на проекторе, вот, и пользуюсь проводной гарнитурой, которая в геймпад, в контроллер от PlayStation вставляется, к примеру. Вот, у меня есть проводные наушники, самые лучшие, вот, по качеству звучания, которые, знаешь, басы, охренеть, вообще просто. Это комплектные наушники от Samsung, AKG, которые, такие AKG-шные. Они прикольные, они вроде вставляшки и внутриканальные, но это вообще, это бомба, это реально бомба. 3,5 мм, вот, они вот белого цвета, пришли уже, видите, в какую негодность. Пользуюсь постоянно. Были такие черные, Тёмка мне их сломал, когда мелким был. Вот, просто, мое почтение. Наушники вот единственные. Купил такие же на Алике, типа было написано, оригинал, все дела. Вот прям цвет такой же, как шел в комплект, тоже темный. За 200 рублей купил две пары. Внешне вообще просто реально один в один. Но по факту звучание, короче, в три раза хуже. Ну, так вот, знаешь, чисто вот по внешке нормально, а звучание Г. Полное Г. Поэтому вот задался вопросом, ребят. Если вот кто из вас реально посоветуете мне, пожалуйста, наушники проводные именно на 3,5 мм, чтобы это не были чисто внутриканальные, чтобы это были что-то вот типа подобное. Это, знаешь, как бы вроде вкладыши, но чуть-чуть внутриканальные. Вот. Посоветуйте, чем пользуетесь, потому что не могу найти всякие Басеусы, Huawei или что заказывать. Притом на Алике я не хочу заказывать в этих маркетплейсах, потому что там в любом случае все равно все из Китая приходит. Лучше напрямую из Китая заказать. Вот, поэтому вопрос к вам такой. Посоветуйте, пожалуйста, наушники. Вот. А вложек был небольшой, немножко поболтал. Не хочу его прям затягивать, на несколько дней делать. Все, тему обсудили, замяли. Ждите новых выпусков. Буду, конечно, снимать, ребят. Куда же я денусь? Да. Илюк Зверьё здесь. Давайте. Пока. Чух.